Ну что, доброе утро, пацаны. Нам Потап пробил движуху в Орле. Сегодня мы выступаем в халфтайме. Будут прыгать Мосс, Серега Ноздрин и Павел Козицын. Поехали. Погода опять мразь, говно, чмо. Всем привет, мир. И мы выдвигаемся в Орел. С вами Реутов ТВ. Серега, здорово. Здравствуйте. Сегодня мы едем пить сверху. Как ты чувствуешь себя? Чувствую себя человеком. Последние месяцы что ты делал? Два-три раза в неделю. В основном три. Три? А порой даже четыре. Тренировался? Да. Как тебе? Мне нравится. Тренировки нравятся? Да. Ты теперь целеустремлен? Мотивирован для того, чтобы отжигать, забивать танки, двигаться в этой жизни и заниматься тем, что тебе нравится? Ну да, мне нравится. Как ты считаешь, наши перспективы мировой танк-движухи, они есть? Вполне себе, да. Еще будем свой продукт делать. Здравствуйте. Как успехи? Успехи отлично. Будем прыгать. Живи и процветай. Прыгаем на паркете. Не на граните, не на бетоне, не на резине, не на чем-то на асфальте, мы на речке прыгаем. Должно получиться. На пути в город Орел перед вами Сергей Ноздрин. Чё, Паш, как дела? Вот. Ты как чужой. Да. Ты как чужой. Не накинь обратно капюшон. И Assassin's Creed, да? Не, просто рот оставь. О, отлично. Эй, йоу. Рюкзак, в который помещается вся жизнь. Хардбренд на связи. Так, походу подъезжаем к Орлу. Сейчас будем десантироваться. Десант Ноздрин готов. Здравствуйте. До свидания. Это твидурики. Я под рекрасом скажу, варил. Вадим, где халва? Халвы нет. Вадим, что за дела? Халвы нет. Давай фоточку. Let's go. Так, ну и себя тоже, естественно, запалить. Ну что, пацаны, мы доехали до Орла, вот только вышли из поезда. Сейчас едем. Куда мы едем? К Катунам, да. Реально, к Катунам, да. Ну, то ли на базу Орел ГУ команды, то ли какой-то там, не знаю, коттедж, то ли еще что-то, я так не разобрался. Короче, сейчас покушать первым делом в столовочке. Нас там уже Мосс ждет. Уже с 5 утра. Написал в 5 утра, блин, в столовку пошел. В 5 утра она, интересно, открыта или нет? Вот такая вот местная архитектура. Так, ну все, еще мы погрузились в машинку, едем на базу. Нормально нам встретили. Спасибо, Орел. Спасибо. Водителю спасибо.
Тан-тан-тан-тан. Босс пришел. Босс еще жив. Здорово. А тут лапник, это что, все съели? Нет, еще не все съели. Ты заходи на кухню, сейчас тебя в духовочке приготовят, мы тебя... Я четвертый. Подрежем. У нас, конечно, не так пафосно, как у Данка Лид, да? Но тоже покормили. Че, Серег, расскажешь, как на Беларуси? Нормально. Нормально? Про политику я не буду говорить. Про политику гуляем? Ты же у нас садовод. Потом еще в Америку на контест не пустишь. Не то пропалил. Что? Та-та-та-та-та-та. Вот мы приехали в санаторий, где нас заселили. Дом у нас 11-й. Барабанной палочки, все как надо. Двухэтажный. Что, пойдем смотреть? Балкон еще раз, смотри. Красиво, как в метро. Красиво, как в метро. Кто не ВДФ, тот не ВДФ. Пацаны, будете данкерами, будете тоже в РЛ есть. Да, кайф, осень пришла. Вот такие пироги, друзья. Приехали в Орел, разместили нас в санатории, очень все круто. Немножко, конечно, неудобно было ехать, 6 часов сидя, но пацаны, думаю, заряженные дойдут в бой к кольцу. Через час выезжаем, пока. Ноузберг с Wi-Fi в лесу. Найн! Ну чё, Мос? Рассказывай, как там на Беларуси данки процветают? Никак. Где тот самый Милованов? Тренируется, я ж не знаю где. Где все данкеры белорусские? Один Мос остался. О, крэ. Тренировки Павла Козицына. Демонстрация. Двойной бицепс спереди. Демонстрация. Двойной бицепс сзади. Ты мамона сожрал, красненький. Беременный Сережка, блядь. И беременный данками Сережка. Любить нашу победу.